Я решил, принял решение приобрести прибор, ионизатор воды, после того, как мне сотрудники магазина дали возможность попробовать эту воду. И вот именно после того, как я ее реально попробовал, вот именно после этого я решил, настолько мне эта вода понравилась, действительно понравилась, что я решил приобрести сам прибор. Поэтому я выражаю благодарность сотрудникам магазина, в частности продавцам Диме и Михаилу, за то, что они очень доброжелательно не отказывали и позволяли мне пробовать воду. В том числе даже я приносил свою собственную исходную воду. Ее давали пробовать, своей водой угощали. Очень им за это благодарен, они очень все подробно объяснили. И теперь мне кажется, что это то, что надо, и поможет сохранить здоровье. Так мне кажется, ну, надеюсь, я надеюсь, что это сбудется.